Здравствуйте! В этом ролике мы познакомим вас с продуктом компании Kanger, электронной сигареты Кубика CC. В первую очередь, Кубика привлекает внимание своим необычным дизайном. Сигарета выполнена в таком кубикообразном стиле. В роли испарителя выступает клеромайзер с прозрачным корпусом, что позволяет определить уровень оставшейся жидкости. Интересной фишкой является крышка-колпачок, которая дает возможность скрыть мундштук и защитить его от пыли, грязи и так называемого карманного мусора, что более гигиенично. Набор CC комплектуется двумя сигаретами в полном сборе, 5 сменными нагревательными элементами, в общей сложности их получается 7 штук, USB зарядным устройством, переходником для сети 220 вольт, ну и собственной инструкцией. У нас вызывает небольшие сомнения коннектор. Производитель выполнил его из пластика. Сделано это было с одной стороны с целью облегчить сигарету, что является несомненным плюсом, и с другой стороны, чтобы подсветить клеромайзер. Это и визуально привлекательно, и может помочь определить уровень оставшейся жидкости в темном помещении. Ведь всякое бывает. А кто слушал, молодец. Спокойной ночи. И дух передает вкус. Так, это ты что там делаешь? Производитель заявляет, что сигарета не течет. Пока это действительно так. И, возможно, благодаря пластиковому коннектору. Однако, несмотря на все это, неизвестно, как долго сможет прослужить пластиковая резьба. Хотя... Еще одним достатком кубики является отсутствие возможности экспериментировать. Так как ее коннектор состыкуется только с ее коннектором. И таким образом все разнообразие использования кубики CC заканчивается на ней же самой. Замена нагревательного элемента происходит следующим образом. Чтобы заправить, заливаем жидкость, стараясь, чтобы она текла по краю корпуса до заполнения примерно на 2/3 от общего объема. Готово. Подведем итоги. Кубик выполнен в интересном необычном дизайне, имеет легкий вес, поэтому ее можно носить, например, в кармане рубашки. Колпачок защищает керамазер. В комплекте идет 7 нагревательных элементов, поэтому хватит надолго. 2 цветовых решения, и парит она достойно. Существенным недостатком мы считаем уникальный пластиковый коннектор кубики. Итак, мы познакомили вас с кубикой и рассказали все то, что посчитали наиболее важным. А подружиться с ней или нет, решать уже вам. До скорой встречи!